Вот курочки, порода мини-мясная. Рты у всех открыты, все-таки в теплице жарковато, конечно. Но на улице 35 в тени сегодня. Сейчас посмотрю, сколько здесь. 30. Ну, жарко, конечно, жарко, что говорить. Но у нас аномальная жара на 8 градусов, как говорит МЧС, выше нормы. Но это лето. В принципе, всегда везде жарко сейчас. И выгули все куры с открытыми ртами. Так, вот это куры породы мини-мясная. Вот, выведены из яйца. Вот тварь какая, а! Короче, я мне откусил палец, похоже. Так. Твое счастье, что ты невкусный, а? Сейчас. Как это больно было, а? Так, все, я лучше выйду отсюда, буду снимать на их баню. Так, вот куры породы мини-мясные. Мы от этой породы собираемся отказываться по причине того, что первое, у них очень плохой оплот. Из 14 яиц было 9 неоплод выводилось. Это совершенно не никудышный показатель. А второй момент. Это очень жирная тушка. Все-таки. Но в них жира значительно больше. Я покажу. У меня есть вот видео последних петухов. Мясных убирали. И кучинских в сравнении все покажу. Плюс этой породы. Тушка... И у курочек, и у петушков. Очень такая грудка объемная, шея короткая. Задолбал меня! Шейка короткая у них, но при этом грудка достаточно большая, бедрышки присутствуют, все как полагается для мясной породы. Но при этом они не сверхбольшие, то есть это, ну, 2,5, наверное, килограмма петушок. И курочки поменьше, там около 2,9 кг может быть тушка. Вот такая кругленькая получается, ближе к бройлерам, чем к несушкам. Вот такая вот. И их неотъемлемый, удивительный для нас плюс – это яйценоскость. Вот здесь несколько молодок, которые еще не несутся, маленьких есть. А вообще, в основном, вот отсюда 6-7 яиц я забираю каждый раз. Вот петух, он старается очень сильно, но я думаю, что из-за оперения, наверное, обильного. Мы не будем морочиться, мы не будем выстригать им попы и так далее. Нам легче поменять породу, чем заниматься интимными стрижками. Вот. Хотя не сушки, и как яички, вот вообще это очень удачный вариант для курицы на лето. Потому что... Она у вас не нестись, эта молодка будет очень хорошо все лето. И к концу лета вы получите отличные мясные тушки. Хорошего размера. Да, Ален? Угу. Меня сейчас клюнули в палец. Не подходи к ним. Так. Видите, сколько время? Без 15:02. Не подумайте, что дня. Обычно мне разрешается гнать пургу, а сегодня доверили гнать самогон. Рисочку поставили, как для идиотки. Будто я не знаю, что такое 700 грамм. Так, вот, до рисочки дойдет. Все. Сказали, не пропусти, в смысле момент. А то хапанешь хвостов, и все на смарку. Короче, жизнь не удастся. Если мы хапанем хвостов. Поэтому всячески следим, чтобы не появились хвосты. У меня нынче ненормированный рабочий день. В связи с тем, что я продрыхла с Буськой, с моей любимой девочкой. На дневной сон у нас был совместный. А папа при этом стриг петухов. Теперь я их разделываю. Вот такой вот несостыковка графиков. Хотя в пятерочке, когда работала, тоже бывало инвентаризация или того похуже. Хуже инвентаризации, может быть, только инвентаризация в чужом магазине. Ой, ну ничего,
Сейчас все разделаемся и справимся совсем на ура. Вот сравните, это кучинский, ноги длинные, все. Этот ножки покороче, весь покруглее чуть-чуть, мясной, мини-мясной. Вот столько жира, вот такие куски у мини-мясного. Его надо было назвать мини-свиной. Вот такие оковалочки. И вот эти кусочки вырваны у кучинского петуха. Жир основной вот тут находится, в бочках. Хотя у кучинского, в общем, наверное, в шее больше, чем в боках. А у мясного вся тушка, в принципе, имеет такую жировую прослойку. И вот здесь в попе, прям, ну, даже по попе видно, видите? Есть такая тущенькая. Они еще не разделаны, эти два. А этот прямо вот четко понимаешь, что, блин, мясной. Ну, жирный, жирный. Вот и спина такая, видите, у него характерно круглая. В отличие от кучинского, у которого мастологи-то еще торчат. Но петушки у нас молодые, вот. И поэтому они, в общем, небольшие. Но все равно кучинский превосходит по размеру и меньше значительно жира. Кушали одинаково, жили в одинаковых условиях абсолютно, и они одного вывода птица. Вот так. Вот еще хочу показать вам кучинский петух, уже разделанный. Все, готовая тушка для продажи. О, весы-то не включила. С включенными весами и дурак взвесит. Вы без включенных весов взвесьте. Так, ну что, буквально 10 секунд. Насколько кучинская тушка больше мясной? На словах и по виду одно, а по факту другое. Вот. Давайте вобьем цену 250, например. Вот на 390 рублей петушок. 5 месяцев ему. Сегодня убирали всех петухов. Вот как раз. И посмотрим мясной петух. Мини-мясной. Порода мини-мясная. В генофонде приобреталась. Кило 200. Ну, 300, можно сказать. Все-таки мини-мясной, он все-таки мини, понимаете? И сравните количество жира в этих птичках. Вот еще один кучинский петушок. По 250 их продаем, потому что они все-таки пятимесячные, а не годичные петухи. Вот годичных петухов мясных мы продавали по 300 рублей. Вот это кучинский. Но он меньше, костей больше, что называется, конкретный суповой набор получается. Вот. Ну, хотя можно окорочка пожарить. У нас есть дегустация, видео про дегустацию петухов, и они достаточно вкусны. Вот. Но по факту, конечно, мяса гораздо меньше, чем в годичном уже самце. И размеры совсем другие, конечно. Так что вот такой еще кучинский. Если я сейчас буду гнать плохо, на меня завтра будут гнать хорошо. В избежание этого буду сидеть и смотреть, пока глаза не слипнутся.